Сегодня утром полиция Эмирата Дубай задержаны десятки девушек, находившихся в обнаженном виде на балконе одного из крупнейших отелей города. Правоохранители возбудили уголовное дело, и теперь девушкам грозит реальный тюремный срок. Алин! Короче, мне срочно нужно отъехать, и оставишь здесь за старшую, поняла? Ты же хотела стать главной после меня, так? Мы должны вытащить девчонок. Будешь работать на меня, мы будем работать вместе. Иначе они не отстанут. Что со мной будет? Денег у меня нет. У меня вообще больше ничего нет. За нее вписывалась, она тебя кинула. Она же кинула тебя. А ты чем будешь платить? Я сделаю все, что ты захочешь. Мне нужна была ты. Зачем ты все это делаешь? Я не понимаю. Ты уверена, что ты готова?